Я всех приветствую на канале «Сад без секретов». Я Светлана Налетова, я садовод. И сегодня я, как и обещала, покажу вам, какой посадочный материал картофеля я получила от компании «Сады России». Вот за моей спиной магазин, в который уже поступил мой заказ. Ждала я приблизительно 3 недели и не терпится его получить и его увидеть. Пришла домой, распаковала свою покупку, свой заказ. И хочу сказать, что я, в принципе, очень довольна тем посадочным материалом, который мне прислали. Все клубни абсолютно сухие, чистые. Ни одной картофельной, подгнившей или с признаками каких-то заболеваний я не обнаружила. Я заказывала 4 сорта картофеля. Это Уладар, Палац, Чудесник фиолетовый картофель и Утро раннее. В каждом пакетике я обнаружила по 10 мини-клубней. Это посадочный материал, который выращен в лабораторных условиях, то есть он полностью оздоровлен. Если вы хотите обновить свой картофель, свои сорта, то мини-клубни – это, я думаю, лучший выбор, потому что полностью картофелины лишены какой-то патогенной флоры, каких-то заболеваний. То есть сажаете, и в последующем вы можете в течение нескольких лет отбирать семенной материал. Еще я оценила услугу от компании «Сады России», что я могу заказать посылку не по почте, а получить ее в ближайшем для меня магазине компании «Сады России». Я нашла эту услугу очень удобной для себя, поэтому если у вас в городе есть магазины, в которые можно заказать вот через интернет посылку, обязательно воспользуйтесь, это действительно очень удобно. Что я сейчас буду делать с полученными клубнями? Я их буду проращивать, я их буду готовить к посадке во влажном вермикулите. Дело в том, что я хочу получить очень ранний урожай картофеля. Я в течение нескольких лет часть сортов проращиваю именно во влажном вермикулите. В этом случае мы получаем не только подрощенный картофель, не только росток, но и хорошую такую качественную корневую систему. И в дальнейшем урожай недели на две мы получаем раньше, чем все остальные. Как я буду проращивать картофель? Вот я уже увлажнила вермикулит. Он достаточно таким 5, может, можно даже 10-сантиметровым слоем его уложить. Вы можете пролить обычной водой, можете добавить какой-то стимулятор роста на ваш выбор. И клубни, ну вот где видно уже глазки, вверх глазками, мы просто укладываем, чуть-чуть заглубляя, в этот влажный вермикулит. Кто-то мне скажет, что это лишняя суета вокруг картошки, я не соглашусь. В условиях нашего короткого уральского лета всегда хочется качественный картофель, свой, не покупной, получить как можно раньше. С помощью вот этой технологии я действительно очень рано получаю картофель. Подведу итог. Я довольна посылкой от компании «Сады России». Посадочный материал мне понравился. Он качественный, он чистый, но насколько это хорошие, вкусные сорта, об этом мы узнаем только в конце сезона, когда будем копать урожай. Если вам понравились мои советы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Сад без секретов». А в комментариях давайте обсудим такой вопрос, какие сорта картофеля вы выращиваете в этом году и какие пробуете из них впервые. Удачи!